Всем огромный привет! Меня зовут Ирина. В преддверии Нового года уже хочется показать первые свои подарочки, которые мне подарили. Эту коробочку подарили на работе. Классно тем, что сидишь в декрете, а подарки все равно дарят. Вскрываю прям первый раз. То есть я даже сама еще не знаю, что там. Ну так, есть предположение, конечно. Та-дам! Это вот такое у нас что? Российское шампанское. Невская жемчужина, значит, с Питера. Так, шампусик. Посмотрим конфеточки. Кстати, у нас на работе вкусные конфетки дарят. В прошлом году вообще все были классные такие, даже не похожи. Ага, в этом году все одинаковые. Такие вот. Какао. Тоффи крем. Ну, ничего, оригинально. Приятно. Приятно тем, что, во-первых, подарки, что еще до Нового года неделька. И приятно тем, что помнят и дарят. В общем, вот такие сюрпризы оставим это до Нового года и поставим на новогодний стол. Красиво и вкусно будет. Сейчас еще покажу в следующем видео, что подарили моим деткам на работе.